Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Олха. 9-й день и 275 чарочки вот этих забираем. Забрали. Так, смотрим, что у нас есть. У нас есть какое-нибудь событие? Событий, друзья, опять никаких нету. Прям немножко меня это огорчает, но тем не менее все равно. О, да, то, что нужно, ребятушки, то, что нужно. Так, ну что, родной, давай-ка я тебе, наверное, дальше отправлю на поиски. Мне... Сколько мне таких, интересно, нужно штучек найти? Наверное, дофига, да? Сейчас посмотрим. Ох, ё-моё, сколько. Это, блин, еще много, ребят. Слушай, а у нас есть какая-нибудь разница, что вот ледяной или вот этот вот? Или там без разницы какой? Я вот что-то не знаю. Опа, сумку какую-то получили. Мы получили с тобой сумку. Так, Йохан, у тебя есть что-нибудь там? Давай что-нибудь, если есть, то давай что-нибудь подешевле. Ага. Балалайчку. Ничего подешевле. Ничего он мне не дает, друзья мои, подешевле. Так, блестящий янтарь. А я могу еще отправить? Могу. Так, лети. Ветрокрыл, ты пока подожди у меня здесь. Не дергайся. Ну, понятно. Либо тусклый янтарь, либо яйцо. Но, как всегда, ребят, тусклый янтарь. Да еще так мало, 34 штучки всего лишь. 34 штуки. Само собой, ребята, я его отправляю в приключение. Блин, сокращает время приключения. Я бы хотел его, конечно, взять, если бы у меня были бы друзья руны, но руны у меня, к сожалению, нет. Поэтому я этот костюмчик на него купить не могу. Печалька прям какая-то, да? Имитация пожара. Давай-ка, бесплатно. Кривоклык, найди маму. Так, и Грамгильда. Но тут однозначно, друзья мои, тусклый янтарь, потому что их две штуки у нас. Я бы, конечно, хотел бы лучше шестереночку получить, но сам понимаешь, бесполезно. Лети давай в приключение. Так, ветрокрыл пока у меня в ожидании. Почему в ожидании? Потому что, ребят, древесина нужна. Без древесины я ничего не смогу ему сделать. Так, мрачный шип, ты как? Будешь в конце концов мне прокачиваться или нет, а? Не, какой там. Он даже усом не повел, чтобы там прокачиваться куда-то. Нет, конечно. Сказал Рэй, перебьешься. Не буду я прокачиваться и все. Будешь меня еще 17 серий кормить. А ты чего стоишь тогда? Давай вперед. Зато по рыбе у нас все хорошо. Так, ну вот, я накопил, ребят, древесины. Давай ветрокрыло, наверное, отправим. Слушай, а может быть... Нет, прокачивать пока не будем. Слишком дорого он по прокачке стоит. Вот что я хотел сказать. Поэтому... Ну что? Вот... Ненавижу, когда вот так вот игра начинает подлагивать. Давай сотку. Ага. Закатай, раскатай губу, закатай обратно, да? Ну давай, смерть. Карма. Плюс 130 тусклого янтаря. Этот, как всегда, по мелочи нам таскает. Листочек, опять же тусклый янтарь. Иди, иди. Рычит еще. Ру-ру-ру. 262 миллиона рыбы. Иди, ищи. Так-с, теперь давай этого отправим. О, хорошая эмблемка. Хорошая, ребята, эмблемочка выпала. Так-с, где у нас этот... Вот он. Вот он, наш островок. 98 уровень. Получает у меня брызговик. Так. Что это? Давай качнем. Ну а что? И вот этого, наверное, тоже я
Страхокола. Отправлю на тренировку. Так, рыбы. Рыбы достаточно для того, чтобы кого-то отправить нам на поиски. И кто это будет? Это будет, наверное... Так, 132, да? Попробуем его и ребят отправить. А он 450 всего лишь взял рыбы-то. А это... блин, это древесину требует. Ну что, поднимаем ему уровень. Крутенько. Полетел. Прокачиваться. Так, давай за рыбой лети. Не хочу. 131. Кстати, его тоже, ребята, можно качать. Да я даже сказал не то, что можно, а нужно. Нужно качать его. Так, у нас сезонный абонемент. Давай, наверное, заберем с тобой пак бесплатный. Загадочный набор. Костолом, шепот смерти, громобой защитник. Ну и по мелочи всяких тут наград. Сезонный абонемент. Так, ага, мне как раз хватит получить одну награду. Ну и спасибо огромное вам. И это загадочный пак. Лучше бы, конечно, 500 этих. Тихо. Ты куда это мне? Еще монетки. Шепот смерти. Крестиголов. Водорез. Так, это кто у нас тут? Разнокрыл. У меня их две штуки, друзья мои. Две штуки разнокрылов. Так, давай откроем здесь. Громобой, громель и все. Громобой и громель. Ну, вообще скудненько. Так, а вот это что такое, ребят? Дюнный червь. Мне нравится, как он смотрится, этот дюнный червь. Но, к сожалению, я с ним ничего сделать не могу. Найти свечу. Вот она стоит здесь. Свечка, свечечка, свеча. Растопи мою печаль, да? А где у меня этот крепыш-малыш? Вот он. Я его пока не буду, ребята, трогать, качать не буду тоже. Что мне сделать? Так, у меня тут еще награда есть. Ну что, я так понимаю, ребят, игра напрашивается сама, чтобы я пошел просто-напросто за двумя паками вождя. Ну а что тут еще сделаешь? Да, два пака вождя, поехали. Схватка. Опять этот монарх. Опять он достал уже, лезет. Вне очереди, скажем так. Но первым все-таки надо его валить. Первым все-таки надо валить на монарха. Да, промахнулся, мазила. Пустоголовый. Ну вот, видишь, что вот, видишь, что вытворяет? Он сжигает, ребята, мне энергию всю. Ну-ка. Добивай его, кривоклык. А, за то, что у него пониженная атака, он не смог. Он его не смог, друзья мои, шваркнуть как следует. Ну, тут понятно. Так, ну что, в топку его. Дальше этого в топку. Конечно, ага, в топку. А этот будет, ребят, на четвертом ходу делать. Нет, он не стал. Не удивлен. Абсолютно, ребят, не удивлен. А вот сейчас будет кого-то глушить. Неужели кривоклык? Нет, ребят, не кривоклык. Все, стой. Не дергайся, парень. Ты полностью наш. Ты под моим контролем. Это говорит только одно, что ты здесь сфейлишься. Да хоть ты тут забегайся, хоть ты тут закрякайся. Тебе все равно здесь не сдобровать. Добивай его, родной. Спасибо.
Ну что, очередной поединок. Здесь у нас вот такие вот самозванцы. Так, ну ужасное чудовище надо, наверное, в первую очередь все-таки вырубать. Неохота мне получить кучу фаерболов в лицо. С этим я как-нибудь уж справлюсь. Так, ну что, Барсик, ты готов, да? Ты готов, я знаю. Так, теперь этого. Теперь этого шварканем. Так, Барсик, ты на добивке, наверное, не сможешь, у тебя, да, атака пониженная. Слушай, а чутка инициатива-то офигенная у них. А, ну правильно, они же эти шустряки. А мы хитрецы, да? Раз, два. Хильнемся. Укусим. Ну и Барсик его должен, по идее, добить. Так, ребят, ну что, последний поединок у нас, по идее, должен быть. И получим пак вождя. Если, конечно, мы тут со всеми справимся. Но хотя бы нам нужно двух уничтожить. Ауч! Ёк-макарёк. По-моему, ребят, хана моему Барсику. Хорошо, хоть промахнулся. Давай я все-таки так, наверное, сделаю. Блин, тут живаго. Даже если, друзья мои, мы сейчас хильнемся, он же сейчас супер удар сделает. Яд. Он еще и тут за это, запреточку на меня повесил. А если мы так сделаем? Угу. Так, укус. Сделает, наверное, супер удар свой. Попытается его реализовать. Хе-хе-хей. Блин, мне нужно еще, ребят, один укус сделать по нему. О да, до свидания. Ну что, друзья мои, нам выпал обычный пак. И вот он, пак вождя. Крылатый ужас, шепот смерти экзотический, ищейка. И все. Ну что, поехали за последним вторым паком вождя. Нам нужно всего лишь сколько там, 8? 8 противников уничтожить. Так, ну, давай, наверное, с него и начнем, раз он такой ватник. Угу. Так, всыпим. Кривоклык, добей его, пожалуйста. Красава. А этот, понятно, этот, ребят, начинает свои фаербольчики тут раскидывать. Давай сделаем так. Укус. Ну, на следующем ходу должны, по идее, мы его раскатать. Так, я хильнусь, наверное, все-таки здесь. Как-никак фаербол светит в лицо прям. Само собой, ребят, фаербол. Так, добьешь, Барсик? Нет, не получается, тогда ты. Давай, родной, вжаривай ему. Фу, жара невыносима, ребят. Мне уже по спине просто струйками течет, блин. Если окно открыть, ребят, там слишком шумно. Там машины, собаки всякие лают, блин. Будет очень много как отвлекать. Хотя мне было бы прохладно. Но я окно закрыл. Вечером, ночью, да, играть хорошо. Тишина, благодать. Оу. Это что такое сейчас было? Это что за фокусы, я не понял. Хорош. Зашибись. Понизили броню. Сейчас, естественно, будет влуплять сюда именно. И этот сейчас сюда же. Еще и замедлил.
По-моему, эта катка проиграна мной. Да, на один удар ему повезло, конечно. Ну, давай так сделаем. Валидовай своего кореша, молодец. Ох, если он лупанет мне. А он лупанет, ребята, в следующем ходу. Свой суперудар. Он меня заблокирует сейчас еще. Ай-яй-яй-яй, заблокирует меня. Если сейчас не уничтожит... Да, подбил. Так, ребятули, чтобы нам получить пак вождя, нам нужно уничтожить всех трех. Ну, тут сложно. Тут такая команда у него. Ветрокрыл плюс скалотряс. Еще и алая плеть тут лезет. Да я даже и не знаю. Вообще, возможно ли это сделать? Естественно, бьют хила. Он же не дает покоя. Хил-то мой. В следующем ходу, ребята, будет лютая заморозка. Твою налево, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Добьют барсика сейчас, к сожалению. Но сейчас и этого добьют. Молодцы вообще. Просто красавцы, блин. Че, отравление повесил? Утырок несчастный. Да, я тут проиграл. Это явно, ребят, проигрыш. Даже этого хлыща не завалил. Все, хана, ребят. Две схватки уже сфейлил, а? Ну как так-то? Это непорядок. На тебе в ответку. Так, они сейчас втроем здесь будут ходить. Так, промахнулся хотя бы. Ну, ясен перец, конечно же, со своей замедляхой достал уже в корень. Просто, просто в корень, ребят, достал. Ну что, бомбит сюда, как всегда, нет? А, он тоже, ребят, кстати, при атаке хиляется. Замечательно. Так, давай, наверное, хильнемся чуть-чуть. Ой, под усиленной атакой он сейчас так звезданет. Ты прикинь, сколько он наставил здоровья. Он добьет, конечно же. Конечно же, он добьет. Все, парень, теперь ты наш. Теперь ты полностью наш. Ничего тебе здесь не поможет, ничего тебе тут не спасет. До свидания. В общем, одним словом, была какая-то потненькая сегодня арена. Наполучал три короба. Громобой, крылатый ужас, шипорез, звездрык и круши голов. Вот так вот. Еще здесь две наградочки у нас. Как-то так. Как-то так и никак иначе. Так, ну что у нас тут? Все, по-моему, все при делах, все заняты. А мест у нас вроде бы как свободных нету. Чтобы домик улучшить, нам нужно 5000 железа. Так, а я, может быть, кого-то еще смогу отправить на прокачку, коль такое дело.
Так, повысить эффективность сбора всех драконов Шторморез. Драконы быстрее перемещаются по полю боя. По какому еще полю боя? Все громобоев. Так, а вообще можно еще что-нибудь? Улучшить, так скажем. Так, я уже забыл, где это где у нас смотрится, по-моему, здесь, да? На обмене, нет разве? Нет, не на обмене. Светоч. Какое название еще? Светоч. Обучить. Ага. Обучил, конечно. Чё-то я совсем запамятовал. Но по идее здесь. Что за оборона? Разбейте вражеский флот. 72, ага. Разбейте вражеский флот. Образы. Но с образов-то... Раз-два я общался. Ну да, Грамгильда получила свой образ. Блин, вот такой бы иметь, да? Образ. Слушай, прикольно смотрится кривоклык в такой шапке. Нормально, мне нравится. Да, образов вообще нету, друзья. К сожалению. Ну что, ребятушки, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.